Едкий запах в воздухе снова не давал жителям спокойно спать. Сегодня ночью задыхался, похоже, весь Красноярск. Жаловались на зловоние в Советском районе, в центральной части города и на правобережье. Примечательно, что люди чувствуют, а приборы не улавливают. Найти источник, отравляющий воздух, специалистам пока не удалось. Есть небольшие отклонения в показателях по некоторым районам, но такие данные стационарные посты выдают ежедневно, согласно сайту Краевого центра экологического мониторинга. Эксперты говорят, скорее всего, сильный запах связан с неблагоприятными метеоусловиями из-за жары и с отсутствием ветра. А усугубить ситуацию может все что угодно, например, горящий мусор. Многие жители предполагают, что неприятный запах может быть связан с выбросами крупных предприятий, в том числе КРАЗа. Но, как сегодня нам сказали на заводе, производство там не останавливается ни на секунду и случайных выбросов быть не может. Газочистка работает постоянно в штатном режиме. То есть, если мы ее отключим, я уже объяснял, что мы потеряем как экономически, так и, скажем, в дальнейшем нам будет электролизер, он просто застынет, и его будет тяжело запустить. И, ну, представляете, металл застынет, и, соответственно, его потом никуда не денешь.